беру морскую капусту, а также перемолотые раковины и панцири морских этих всех животных, ракообразных. Вот она в такой вот упаковочке. И вскрываю. Вон, видите, какой порошок? Этот порошок я сюда только оп. То есть это та же морская капуста, тщательно перемолотая, плюс еще панцири и ракушки разного рода ракообразных. Вода прохладная, чтобы ничего там не сварилось. И все это тщательно еще так вот раз перемешал. Можно еще оставить на некоторое время. В результате это все набухнет и получается такой, как кисель масса. Вот этот вот киселечек с запахом морских водорослей и употребляем. В результате все минеральные соли, элементы, которые находятся в Мировом океане, имеются и в данном коктейле. И выпивая так этот коктейль, мы снабжаем свой организм вот этим всем спектром минералов. И в результате чувствуем себя намного лучше, нежели если у нас идет объединение по минералам. Это важно понимать. Так что я оставляю и выпью после того, как оно набухнет. Это примерно часика через полтора. Видите, получается желе своеобразное. То есть это морская капуста, потом эти все панцири крабообразных, ракушки все эти молотые, все это там такое, создает вот такой вот киселеобразную массу. Ну пускай она постоит. Запах, конечно, морские водоросли не совсем приятный. Но тем не менее, что касается минеральных веществ, самая лучшая подкормка для нашего организма. Доброе здоровье. Здорово, все хорошо. Все хорошо. Метры меряешь? Да. Метры меряешь.